7 британских городов претендуют на право проведения песенного конкурса Евровидения 2023. Бирмингем, Глазго, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Окончательное решение о городе-организаторе будет принято осенью, после чего начнется продажа билетов. 5 июля Европейский вещательный союз сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Великобритании вместо Украины из соображений безопасности.